по итогам 9 месяцев 2018 года товарооборот с Францией, именно Вологодской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 85,6 миллионов долларов США и увеличился как раз по сравнению с 2017 годом в два раза. То есть мы, наращивается товарооборот, да, в том числе экспорт увеличился в 3,9 раза и составил вот от этой суммы 71,5 миллиона долларов США. То есть достаточно такой большой объем экспорта у нас идет в Республику Франции. И в основном, конечно, это составляют черные металлы и удобрения. И как раз вот в этой сфере, на территории Череповца, располагаются два крупнейших предприятия именно этих отраслей. Это наша компания «Северсталь» и компания «Апатит». Позвольте поблагодарить вас за чудесную презентацию, за сегодняшнюю встречу, за возможность этого диалога. Я нахожусь в городе Череповец в рамках своего первого визита в Вологодскую область после вступления в должность в качестве генерального консула. И мне посчастливилось иметь возможность за один визит посетить два прекрасных города Вологодской области, что не всегда удается осуществить за один визит. Поэтому я очень рад этой возможности. Вчера состоялись встречи с губернатором Вологодской области, с мэром города Вологды. Также я посетил промышленную торговую палату и имел очень конструктивный диалог с властями города и региона.